И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Тут у нас черти что происходит. Один дурачок перевернулся. А можно ли тебя ограбить, пока ты в перевернутом состоянии находишься? Серьезно? О! Прям... Ага. Так я вас могу всех так почистить, что ли? Пока вы тут стоите. Это слишком скучно. Так, ленту заправки. Тут вообще есть, что можно... Надо... Короче, сейчас давайте клиента обслужим на заправке. И можно нажать кнопку, и все это... Потому что все перевернулось вверх дном. Найс, $4. Так, не-не-не, вот сюда. Сколько у нас? $700. Возможно, мороженку уже можно будет за вот эту вот красную кнопочку нажать. Сейчас летающая тарелка прилетит и... Ок. Достижение разблокировано. Aliens. Зато тихо стало, слава богу. Так, мороженку у нас. Так, а что это восстановить? Закрыто. Восстановить то, восстановить это. Так, управление, не-не-не. А что ты хочешь, чтобы я тут еще посмотрел? А, парковку. Так какой у меня денег пока нет, столько назад. Я хочу заказать, пожалуйста. Напитки, закуски, сигареты, вот, мороженое. Нет, это не то. Холодильники. Большой. Я купил маленький холодильник, да? Надо было большой. Серьезно, таком по деньгам почти не отличается. Вот ты молодец. А можно его продать, то, что я купил? Ладно. Да подожди, где там оборудование? Доставка. О, мороженка. Какая тут дешевая? 12. По $12. Либо взять подороже. Хорошо, давай посмотрим, какой есть. Не сильно. 25-25 рожок мороженое. Ну, два я тут. Мало того, что цена, хотя вот тут цена и количество. Давай тогда еще и закажем закуски. Закрой, пожалуйста. Угу. Так, сколько здесь? 25 штучек, а здесь 35 по 70. Тут 30, 25. А, давай я вот это возьму. Нет, наверное, много. По одной штуке, наверное, возьму. Все, подкрой. Минус они. И здесь. Вот так, две этих. И напитки еще взять. И один напиток. Закрой. Так, 35, 65, 50. А что так цены выросли, блин? Ё-моё. А давай вот это возьму. Это сейчас дешевле стоит. Давай две. Здрасте. Так, у нас же можно протереть тут. И как-то кью налево посмотреть. Там протереть. И направо посмотреть. Во. Нойс. Три человека. Один товар. Следующий. Клиенту заправки. Подождите, машина едет. Там клиенты кругом. Я не справляюсь, мне нужны помощники. О, спасибо. Так, клиент. Отлично, прям идеально получилось. Ты кто там, где там? Так, доставка пищи.
Еду привезут сейчас, отлично. Мороженка у нас будет новая. Новые денежки будут, разнообразная будет еда. А здесь бы еще хлам бы повыбрасывать не мешало бы. Постепенно по одной коробке можно будет выкидывать. Стойте, я дверь хоть закрою. Так, я что-нибудь еще выкинем. Не берется. Chair. Стул. Ай, блин. Ну иди твой налево. Сядь тут. Ты смотри, какой несговорчивый стул, блин. Ну так-то лучше. Так, закрывай, пока тут не украли ничего. Пошли срастаем мороженку. Топливо надо заказывать. 6 штук всего лишь. Ладно. Разместить все. О. Тут напиток есть. Так, давай вот это. Походу, надо заказывать еще одну полку. Что случилось? Достижение разблокировано. Ну, хорош там. Там клиенты идут. Так, кассы. Ох, тут мы мусорили уже. Сколько товара? Один, давай, на улицу споймаю. Нойс. Мороженое никто не берет. Вот, пожалуйста. Приходит и гадит. Здесь сколько вывоз мусора надо посмотреть? Это же мне вроде как бесплатно давали. Чё по топливу-то? А, топливо так и не заказал, ёшкин кот. Так, доставка топлива. По 2 доллара сколько там, давай. Кто там сигналит, алё? Кому тут не втерпёшь? Сколько у нас? 500 долларов, прям вообще ни о чем. Давай песок вывози тогда. Так, слышь ты там, сигналит он мне. А как так получилось, что у нас песок остался в машине? Во. Давай, давай, едем. Тут песок я весь забрал? Нет, кусочек остался немножко. О, все забрал. Так, у меня канистра есть с собой? Есть, надо заправить. Что это? Она пустая. Гениально. Так, заправка. Мусор. Пока он там будет ехать, я успею тебя заправить. Чё там пришла пока? О, типа, так я уже вроде все есть. Правда, конечно, возможно, им товар нужен более разнообразный. Но пока, извините, у меня денег много нет. Так, доставка, стоп, это все, я ж уже... Швабра? Ага. Ты хочешь попкорна? А вон напиток бери, бери что есть, дружок. И не бухти. Так, купите унитаз, используйте... Ага, понял. Так, унитаз. Нам мне, наверное, сначала что-то разблокировать.
300 долларов. Нет, пока подождешь. Назад. Нет, он сюда меня... Так, смысл? А, вот сюда нажать. Ага. 50 долларов. Не, бесплатно. Нойс. Что еще у нас есть тут? Клиент на заправке. Бегу. Все, выходи. Так, пока у нас есть время, мы можем вам провести инвентаризацию багажника. Отлично. Пошли, уберем там. Ох, ёшкин кот. Да убери ты эту хрень, я же не вижу ничего. Так, мусор. Кокульки. Ну ты берешь там что-то или нет? Ага. Все. Клиент. Пошли рассчитаем. Имся. Так, три товара. Блин, у меня мышка уехала на другой экран, ага. Ага, то есть надо комбо делать, я понял. Достижение разблокировано. У тебя один товар, отлично, без комбо. Гуляй. Да... Да ты пуляешь мой мешок с мусором, дружок. Так не... невежливо делать. Куда он улетел? О, зашибись. Гениально. Я не понял, куда мешок делся. Попал? Вроде попал. Короче, куда-то улетел, а куда я не понял. Не он? Это не я. Ну ладно, что там? Клиент, заправка, бегу. Посмотрим, что по топливу. Кстати, можно еще заказать 100 литров. Сразу же. Так, восстановить, подожди. Сейчас мы закажем 100 литров топлива. Так, и что там? За 300 долларов. Вью-вью. Достижение разблокировано. Так, стенки я тут покрасил, а вот с улицы у меня нифига не покрашено. Ох ты ж. Там машина какая-то. Топливо едет. Так, давай. Красим, красим. Забор покрасим. Так. Давай вот этот темный цвет. Ай, блин. Я же нажал, но он все равно уже по инерции этот ползунок доехал. Так, дешево работает. Ремонт маш... Блин, и тут мусор. Конечно, куда же без мусора-то? Куда же без мусора? Да, придется скоро уже заказывать вывоз мусора. Заодно и посмотрим, сколько это будет стоить. Да ну ты серьезно, я чуть-чуть только хотел. Попал хоть? Да и... Мешок ляж вот здесь вот и никуда не двигайся. Во. Бегу, 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 бегу. Кассовый аппарат. А чё это у вас, ну, в заднице газета торчит?
Разве так надо? Три товара. Комбо. Блять, не успел. Еще и просрал. Да, молодец, конечно. Вот тебе и сделал комбо. Комбо, отстой. Так, давай, давай, давай. Это мусор. Слышь, из задницы газету забрал. Клиент, блин. Едь там и не бухти. Так, заправка, новое письмо. Разрывают меня на все части. Так, что тебе надо? Так, мастерская и в баню. Отлично. Я не могу работника за сотрудника заказать? Нет. Сколько у нас, говорят, кредит, занять косарь. У нас денег вообще кот наплакал. Прям реально. Клиент в гараже. Подождите. Один товар. Так, все, иди. Этот уезжает. Так, мы пошли к клиенту в гараж. Его тоже, кстати, покрасить надо. Так, что у вас тут? Молодой, не молодой человек. Так, во. Ремонт. И что я должен делать? У вас хреновое колесо. А как... Если взять другое колесо надо. А разве то не надо сначала открутить? Да блин. Ага, вот еще дверь. А что с дверью? Средство для царапин. Так, средство для царапин у нас где? Вот оно. Ох, ни хрена тут у тебя нацарапано. Нойс. Что еще? Кажись, все. А зеркала? Зеркало разбито. Так, надо новое зеркало. Где? Вон. $290? Или мне показалось? Так, что там? Касса, заправка. Куда ты побежал? Да блин. Заблудился. Так, еще там унитаз надо купить. 4 товара, нифига себе. Are you trying to scam me? Иди сюда. 2 товара, можно успею. Так, и это понравилось. Мусор есть, мусор нету. Так, заказываем. Так, level 1 мастерская. Доставка, что ты хочешь? Это запчасти. Да иди ты, бери ты эту надпись мне, пожалуйста. Что это за зеркала? У нас пока все есть. Антицарапины, вот зеркал вроде немного было. 56 за штуку. За штуку? $55? Ну, давай я одно возьму. Я одно потратил. А подожди, там сколько? 200 штук? Что-то не пойму. Нет, короче, ладно. Ну, одна, а там 13 будет штук. Ну, ладно. Не так дорого. Что там сигналит? Блин, перелил. Черт. Ладно. Так, я когда-нибудь дойду сегодня до туалета или нет? Где это? Это декорация, это не то.
Не то. Улучшение. Опять же, не то. Что-то говорили там за какой-то туалет. Может, я... Кстати, надо туда сходить. А что там? Когда прибудет грузовик, разорву. На части на склад. Так это ж это... Клиент-гараж. Ничего не понял. Очень интересно, ничего не понятно. Чё сюда вообще прибежал? Ну, доставка едет. Так, клиент, сейчас, подожди. О, колесо-то я не выкинул. Блин, тут уже надо в натуре заказывать. Сейчас, блин, не успеваешь за всем. Открывай дверь-то. Закрыл дверь. Закрыл ворота. Пошли обслуживать клиента. Чё там? Гараж, кассы, два человека. Что у вас? Колесо. Берем колесо. Снять. Новое влепить. Блин, что так мышка медленно двигается? Прям обалдеть можно. Блин, серьезно, еще одно колесо. Еще одно колесо. Мне как колес так не напасешься на вас. Надо будет... А колеса явно дорого стоят. Это тебе не бутылочка воды. Ну, снимай давай. На кассе два человека. Надеюсь, не уйдут. Так, это есть. Царапины имеются. Зеркала. Ах, да-да. Разместите целое дно. $260. Уже три человека возле кассы. Не знаю, по-моему... А куда ты побежал? Выходи через другую, дверь. Сейчас, секундочку. Ох, надо... Опять, блядь. Мышка у меня на второй экран уходит. Не-не-не-не. О, комбо получилось. Давай, давай, уходи. Я твою не успел. Да иди уже давай. Не нравится ему. Так, давай, заправка. Блин, зато одному хрен за всем успеешь. Нойс. Я с туалетом так и не разобрался. Вроде как закрытый, там хрен поймешь. Ну, откуда у меня бананы? Я ж бананы не продаю. С собой приносят и здесь мусор. Ну, гениально. Так, заказываем мусор. $800 есть. Я думаю, мне должно хватить. Ты там не перебросил? Вроде нет. Так, все. Подожди, мусор отсюда весь? Нет. Вот, кстати, пакет, который я выкидывал когда-то. Не мог найти его. Ты уже, блин, я пришел колесо забрать. Тут уже клиент стоит. Так, давай мусор. Так, где там доставка, услуги? Вывоз мусора. А сколько? Не пишет. А может быть... Ладно. Я смотрю, цена одинаковая, просто количество
Странно как-то это все работает. Так, я вижу, он колесо разбитое. Вот эту хрень надо было выкинуть, подожди. И колесо быстро поменять и пульнуть его туда. У меня уже пару колес осталось, надо колеса заказывать. Машина едет, давай быстрее. Ну-ну-ну. Вставай! Где колесо грязное, вот. К тому мусорку, давай к этому. Эй! Ага. Так, что тут у тебя еще разбитое? Зеркало, как всегда. Еще одно колесо. Етить, колотить. Надо колеса заказывать, уже нет нифига. Давай. Я не успею, он уже уехать. Уедет сейчас. Не знаю. Цена особо не меняется. Забери еще, пожалуйста. Да ты даже не все забрал. А может быть он деньги мне дает? Я что-то вот не заметил, сколько было и сколько появилось. Блин, надо на видео потом посмотрю. Может он металл какой-то перезабирает? Ну, в смысле. Хорош сигналить. Сигнальщики. Короче, это он не взял. Ладно. Так, все ли тут я вынес? Вроде все. А тут можно покрасить это здание? Я еще это не докрасил. Работы полно. Хорошо, что мелкими не приходит уже давно. Не красит мне стенки. Тихо-тихо-тихо. Давай сразу большой кусок. С туалетом надо разобраться еще. Я так и не понял, что там делать. Кто там все время сигналит? Кому там сигналку сломать? Клиенту кассы, сейчас, подождите. Ага, еще одну стенку успеем. Красим мы быстро, так что нормально. А, отлично. Побежали. Двое уже. Уже и намусорить успели. Так, ой, бля, опять мышка на другой экран ушла. Иди давай отсюда. Не успел я. Блин, надо с управлением. Где там параметры? Где там управление клавомышь? Чувствительность. Либо быстрее сделать, либо медленнее. 1 и 2, чтобы одинаково было. Ну что-то я успел споймать, ладно. Так, что по мусору? По мусору ничего, в смысле по пыли ничего, вот по мусору, пожалуйста. Так, хорошо, клиентов нет. Клиент едет на заправку, да? Да. Я могу еще покрасить вот эту часть, да? Я вот этим цветом красил. А вон. Вон. Ой-ой-ой. Наляпал. А как я, интересно, там буду убирать, мне не скажете? На крыше. А, она на крышу выйти, логично. Так, я уже багажники чистить не буду, уже нет времени. Опять перелил, блин. Так, у нас задание есть какое-то еще, кроме этого? Так, клиент в гараже. Колеса надо заказать. Пошли. Если что, закажем во время. Так, давай гараж покрасим кусочек. Крышу можно? Можно. Давай сразу в этот цвет.
Вот давай черный вот этот. Серьезно, он по кусочку красится. Там всю крышу подряд, а здесь только чуть-чуть. Ладно. Так, что у тебя? Колесо минус. Как раз два колеса. И у нас как раз два колеса. Значит, следующий ремонт уже все. Блин, все равно здесь медленно мышка двигается. То ли у меня что-то с рукой, то ли мышка медленно двигается. Так, берем колесико. Минус колесо. Если бы еще можно было восстанавливать эти колеса, ну, в смысле, резину там поменять и по-новому их использовать, но это уже, конечно, раскатал губу. Так, пошли выкинем. Да куда ты, блин, пошел вокруг хрен знает куда? Лишь бы пойти куда-нибудь. Так, что у вас? Царапанная дверь. Где эти штуковины? Вот они. Ну, хоть этих много. Все? А, нет. Почему одноразовая? Там еще есть, я уверен. А что тут у тебя? Зеркало, наверное. Только не это. Тут дверь нормальная. Это вот, значит, зеркало. Ну да, только его взять надо. $370. Нет, все-таки цена меняется. Так, кассовый аппарат, заправка. Сначала на кассовый аппарат. Сколько там у тебя? Два товара? Ага. Так, ну... Вы у нас первый клиент будете, которого мы почистим багажник. Мне нужны деньги, чтобы заказать колес где-то 10, наверное. Почти долил, но не совсем. Колеса. Так. Блин, что по еде тут? Еды много. Но мы можем разнообразить немножко. Напитки. Так, пивко, говоришь, пивчанское. Во, 21, не так долго. О, 17. Берем 2, я думаю. Так, что у нас сигареты? А у нас же нет автомата для сигарет, да? Или никуда расставляется? Подожди, оборудование. Вот, да, сигаретный. Берем большой, конечно же. В смысле маленький брать? Так, давай тогда. Ты серьезно все скинул? Вот это ходит, просит. $70 берем. Я видел. Вот это просит потом. Пиво опять же заказываем, где оно там? 2. А для пива у нас, наверное, тоже отдельные автоматы. Ладно, с этим разберемся. Мороженка у нас подороже есть какая-нибудь? Так, я рожки вроде брал в прошлый раз. Возьмем дешевое тогда, вот за 12. Так. Алкоголь. Сигареты я брал, не? Нет, сигареты еще не брал. Что тут у нас есть? 40. 10 пачек за $40, но не так много. Ну. Давай возьмем одни дорогие. И дешевые.
Дзинь. Так, и теперь оборудование. Смотрим у нас для алкогольных напитков. Есть. Ага, здрасте. Не заметил. Один товар всего лишь. До свидания. Ты куда пошел? Никак в туалет. А, так там туалет открыт. Отлично. Меня сюда не пустят. Я хотел там поубирать, ну ладно. Не пускай так, не пускай так. О, наследили. Ты заказ сделал или нет? Да ты серьезно? А, машина едет. Так, расставить надо. Стеллаж. Табак куда? На стенку можно прилепить. Рядом с кассой. Во, нет. Возле входа. Так, теперь дальше. Это у нас алкашка. Алкашка возле сигарет, логично. Видишь? Ближе к стенке. Да ешь твою мать, ты там цепляешься за все. Так, бегу-бегу. Бегу. Заезжай. Надо бы склад, конечно, увеличить. Все влезло. Все, едь отсюда. Давай, давай. У меня куча клиентов. Ты дверь закрыл? Да. Так, сначала клиент в гараже заправку сделаем. И, во-первых, разложить, что есть. Да, купил ты, конечно, как кот наплакал. И пиво тоже. Ну ладно. Что там по напиткам? О, немного разнообразия появилось. Бегу-бегу. Так, ну у вас, поскольку сейчас... Отлично, $5. На земле не валяется. Давай. Черт, не долил, ну ладно. Блин, фиг успеешь за вами. Поймал. Понял, еще есть что-то. Она не по... А ты по... А как? Алло. Оно зависло. Да... А что мне делать-то? Как выйти-то? Можно? Подсказка. Как тебя отменить? That's horrible. It's horrible. Иди отсюда. Видишь, заглючила, блин. Я что-то виноват. Have a nice day. О, $1.80. Так бы и сразу. О, у нас чистота, везде прям нормально. Так, вот этот... Я могу продавать эти вещи? Или выкинуть его? Ну, там вообще-то мороженка лежит. Я вообще хотел... Да иди отсюда, ходишь тут. Надо сигарет, наверное, побольше продать, купить. То есть... Сигареты явно пользуются спросом. Три товара. Давай попробуем закомбинировать. Хорошо, иди сюда. Не получилось у меня никакого комбо. Давай по топливу посмотрим, что там. Кстати, я колес таки не заказал, да? Или заказал? Вывоз мусора. Рано еще. Они не пишут, сколько. Так, машина для доставки свободна. Так, закажите очистить контейнер. Это, ну, да, странно. Но у меня ничего там особо такого нет.
Так, намусорили. Клиент в гараже заждался. Но сначала мы покрасим стеночку. Хотя бы одну. Надо постепенно здание приводить в порядок. Так. Вот это. О, блин. Вот это я вот этим цветом красил. Да твою ж все, беги. Ты еще не уехали тут? А я могу вас ограбить? Пока вы тут стоите. Отлично. Нет? Ай, блин. А ты колеса не заказал, да? Ничем я буду теперь ремонтировать. Я уже вижу минус колесо. Зеркало целое. Два колеса. Ну, будете ждать доставки. Коп, подожди. Не все сразу. Ёж. Даешь. Обляпал так и здесь. Сейчас мы тебя отпустим. Я думал, мне сигналят. Уже хотел ругаться. Перелил, бляха. Сколько там у тебя? Два. Отлично. Какая, блин, колеса. Так, склад. Можно тебя увеличить? А что это увеличить? Вернуться назад. Так, для этого необходимо более высокий уровень станции. Назад. Не туда. Мне надо доставку. Вот. Доставка автозапчасти. Так, мне нужны шины. Почем шина? 65 за штуку. Охренеть. У меня денег хоть хватит на это? Чтобы 20 сразу взять. 1300. А у меня столько нет. Минусануй. Давай десятку возьму. Так. Что у нас по товару? Так, а что у нас в улучшениях есть? $700 требуются квесты. Понятно. Чё тебе там не нравится-то? Слышь, Илон Маск. Бери, что дают, и иди отсюда. Машины нет, машины нет. Можно пойти пока что-то покрасить. Ага, машина едет. Это крашеная, не крашеная, не поймешь. Не крашеная. Так, наверное, я буду другой цвет брать. Вот этот черный. Терпится все перекрашивать, все эти колонны. И крышу перекрасить. Так. Бегу. По топливу 64. Надо заказывать 100 литров. 5 переплатил. Переналил. Топливо. 100 литров. Фух. Так, что у нас? 44. Что у нас там еще? Заправить автомобиль 11,8. Обслуживание в магазине. И 3 машины починить. Но с машинами проще. Серьезно, вот эти вещи, блин, выкидывать? Они шутят? Барабан. Ну и куда? Так, я думаю, можно вызывать, пока там то да сё. А я еще... Вот здесь надо покрасить. Я что-то красил, серьезно. Сколько у тебя? Один товар, отлично.
Супер, давай, давай, иди. Два товара. Да, блять. That's awful. Иди отсюда. Один товар. I was worried I'd go over budget. Так, что по чистоте? Нормально. Только там еще мусорная банка валяется. Супер! Супер, не долил, перелил, фиг его знает, неважно. Так, красим. Ты так и не заказал. Увы, вывоз мусора. Так, услуги. Я не знаю, деньги берут с меня? Мне 313 сейчас долларов. 313 17 центов. Так, все, больше я никого не обслуживаю. Колеса разве что расставить можно, наверное, да? Так. Я больше ничего не заказывал. Ждем. Ну, я пока могу колесо, допустим, одно поменять. Кстати. Еще можно успеть даже засунуть его. И посмотрим, нам действительно деньги дают или не дают. За то, что там он полезные вещи забирает, там железо и все такое прочее. Так, где выход? Ладно, обойдем так. Влезло там, да? Не упало? Нет, отлично. Я еще даже второе колесо, может быть, успею поменять. Да, блин, мышка-то хрен знает, куда девается. Она должна быть здесь. Она вечно куда-то в сторону улетает. Так, еще у тебя зеркало должно быть, да? Нет, где-то что-то поцарапано. Нет, а что не так? Еще колесо. Целое. Зеркало все-таки, может. Че? Где? Я не знаю. Но машина приехала. Мы можем выкинуть колесо еще. Давай, давай. Ты уже уехал, блин, а? Так, ну деньги он мне не дал. Может быть, он подожди, пока подождем, пока он уедет прям совсем-совсем. Кто там еще? На заправке. Так. Не-не-не. Так. Подождем, пока машина пропадет из виду. Может, он типа уедет, и тогда у меня перечислит деньги. Хотя я что-то кажется, что это тупо. Но проверить надо. Ничего как бы страшного не будет. Так, тут чисто. А, ты только что пришла и уже намусорила. Чисто хоть? Вроде чисто. Так, ну давай, я вижу, как ты едешь. Пока можно покрасить. Ну вот в этот черный цвет. За покраску денег мне не дают деньги, как бы это ни звучало. Давай еще покрасим. Он там уехал? Он все еще едет. Значит, он должен доставить мусор куда-то там, я не знаю. Давай черный цвет красить. Деньги как были, так и есть. Неужели это бесплатный вывоз мусора? Ну, не такого не может быть. Все, он пропал, и деньги нам не дали. Ну, ладно. Значит, бесплатно, значит, можно почаще заказывать мусор-то в таком случае. Я бы еще одну бензоколонку бы купил, блин, но... Клиента нельзя сотрудников заказать, до сих пор нельзя. Один товар давай. Популярность выросла. Так, достижение разблокировано.
что там с клиентом, надо посмотреть. Я так и не понял с этим заправочным. Так, давай уже вас обслуживаем. 4 товара, я не успею. Не получилось. 4 товара опять. О, почти доллар. Кто тут мусорит? Так, пошли разбираться. Так, с этим. Давай заправим и отпустим. Короче, за мусор тебе никто ничего. Нас ограбили. Скоты. Можно убрать эту хрень? Ага, спасибо. Положи на место, где взял. Товар отсутствует. Мороженка. Сигарет у нас и не было. Этого тоже не было. Ну ладно. Ну, сигареты пока и есть. И пиво особо не покупаю, так что ладно. Так, клиент в гараже точно. Так что у вас, мадам? Я просто не в курсе. Может, машину опустить надо, не? А, понял. Нет, что-то я не то сделал. Ну ладно, короче, едь отсюда. Я не понимал, что там надо делать, уж извините. Так, тут все как-то выглядит не очень. Так. Перекрашиваем в черный цвет. Давай, давай. Сейчас, сейчас, стойте. Ить. Отлично. И здесь заодно. Уже клиент на кассе стоит и заправка. О, получилось. Два товара. Может, успею? Да я ж... хотел схватить, но не получилось. Опять Илон Маск приехал. Иди, гуляй. Так, сколько там? Обслужить клиентов еще 20... Ох ты, много. Так, мусор. Странно, за вывоз мусора ничего не взяли. Как-то подозрительно странно даже. Так, что бы мне еще заказать? Тут, кстати, есть еще что положить. Давай закуски закажем. Так, закуски. Что у нас тут? Вот у нас вот это есть и вот это. О! Шоколадки. В смысле, конфетки или что это? Почем? 54. Да, короче. 3, 4 возьмем. Надо сигареты, наверное, еще взять. Я могу еще что-то купить? Так, сигареты. Я брал, по-моему, какие-то самые дорогие. Да вот у нас вот этих нету точно. Вот это что это такое? Табак, что ли? Короче, все по чуть-чуть надо взять. Да и все дела. Ага. Понял. У нас денег нет. Два товара. Может, успею сделать комбо? Успел. Иду, иду. Нойс. Так. Черный цвет. Разве здесь не красил черным цветом, не? Или можно одно и то же по 10 раз красить? Думаю, что вряд ли. Серьезно, можно. Ладно. Слышь, ты, качок, иди отсюда.
Так, это я вроде перекрасил. Вот крышу надо. Крышу, по-моему, я уже красил. Эту. Ну, еще раз покрасим. Так, а ты? А, это одна и та же крыша. Ладно, крась. Надо вылезти наверх и убрать это пятно грязное. В гараже. И что ты тут пришел? Намусорил и ушел? Жульё. Так, мадам, что у вас? Так, минус колесо вижу. Одно минус колесо берем. Вроде как будто бы. Странно, с джипом что-то непонятно было, что делать. Я что-то пропустил, может, на крышу что-то там, не знаю, надо будет в следующий раз повнимательнее посмотреть. Да ёж твой, мать, не туда пошел. Так, вот это покрашено, вот, вот что не покрашено. Белым цветом. А крышу потом покрасим. Тихо, а то шляпнешь краску. Угу. Так, что у нас тут дальше? Зеркало, дверь. Зеркало цело? Нет. Бери зеркало. Зеркальце кончается, надо будет зеркало брать еще тоже. Сразу берем вот эту фиговину. А можно на место положить? Можно. А ту возьми, которая... Говоришь, нельзя? Это мусор. Да что ж такое, она одноразовая-то? Ладно. Ох, тут у вас и зацарапано-то все. Я так понимаю, я больше, чем одну брал, да? Вот это щелк-щелк. Что еще? Я не совсем понимаю, что тут еще надо делать. Стекла протереть. Багажник, а что тут у тебя может быть? Аккумулятор. Все на месте вроде. Ни на что не нажимается. Может, какая-то дверь? Я не въезжаю. Что еще надо? А. Во, посмотреть можно. Понял. Вот еще одно зеркало. Возможно, я там протупил за счет зеркала этого. Ну, ладно. Будем знать, что здесь такая кнопочка есть. На shift нажимаешь. $390. Ну... Так, заправка, говоришь, и касса. Пошли на заправку сначала. Один клиент отпустим, одного. Сколько там топлива? 900 литров нормально еще. 90, то есть. Блин, перелил опять. Два клиента, давай. В смысле, два товара. Так, глядишь, и научусь. Давай, следующий. Ты серьезно? $4? Круто. У вас сколько? Два товара. Может, успею? Неплохо. Так, походу уже натоптали где-то. И да. Мусор. И все. Чё там сигнали, слышь? Давай машину покрашу. В бе... О. Блин, так я же так красил. Какого лешего оно опять не крашено?
Во, пошли на крышу. Здрасте, забор покрасьте. Клиент приехал. О, теперь чистота прям нормальная. Отлично. Так, еще раз на крышу. Гараж подождете. Внутри, кстати, можно покрасить. Я хочу крышу всю черный цвет перекрасить. Так, давай. А, то есть ты прямо и там, и тут красишь. Ладно. Да, это весь один кусок. Это перекрашено. Ладно, пофиг, давай еще раз перекрасимся, что. О. Так, это покрашено, это покрашено. Сейчас остался туалет. Кто это? Ах ты ж говнюк мелкий. Да, блядь. Швабру. Пошел нафиг. Говнюк мелкий. А, сам себя. Иди отсюда, козел. Говнюк. Тихо. Так, есть где он там еще? Да, бляха. С этим бегать нельзя. Матюки мне тут пишет. На. Так, клиентура. Отлично. Фух, так, давай топливо закачу. Надо хоть передохнуть чуть-чуть. Так, давай. Ну, 100 литров. Так, два товара. Одни дамы. Нормально. Следующее. Один товар. Так, и гараж. Кнопочка. Я там колесо мусор не вынес, да? Зашибись. Так, что там, shift? О, поцарапанная дверь, разбитое стекло, два зеркала. Что происходит? Так, зеркало бери. Начнем с простенького. Блин, просто мышка замедляется, когда в этом, прям, я же вроде настраивал. Так, давай еще одно зеркало. Зеркала поштучно покупаются. Серьезно? Ладно. Мне нужно за... царапку надо взять. Зацарапать. Так, сколько там было? Да вроде бы не... Одна штука на один раз на одно использование. Так, колесо. Это взялось? Взялось. Как-то странно. Но взялось. Топливо приехало. Заправим сейчас. Я же брал зеркало, слышишь? Ну серьезно, я же брал зеркало, алло. А, значит, надо после двери это делать, ну ладно. Так, ну у тебя тут... Блядь, на опять ограбили. Так, колесо.
Давай, там уже, блин, стоят. Ты сейчас уедет еще с моим топливом. 4700? Ой, было бы неплохо, что 4700, но нет. Всего лишь только 470. Так, все, это есть. Так, заправка кассы. Ой-яй. Вот упырь мелкий, блин. Один товар, говоришь? Еще клиент пришел. Отлично, 5,56. Так, она какую-то баночку вот такую захотела. Ну-ка. Сейчас где там у нас доставка? Напитки. Вот такую захотела. Оранжевую. У нас деньги есть? На это есть. Наоборот, когда хорошо, она медленно едет, я могу все забирать. Чистить как раз не надо. Так, машина едет, да? Так, топливо уехало, этот едет. Ну, давайте я вас еще с багажником вам почищу. Тихо. Да бля, сломал. Да что так? Упс. Упси. Давай, давай, выходи, вон клиент едет. В смысле, этот... Так, товар едет. Но. Отлично. Положу на место. Так. Надо бы, наверное, больше стеллажей поставить с напитками. Так, пошли открывать двери. Серьезно, я не закрыл двери? Гениально. Еще бы меня не ограбили бы. Стой, сейчас. Да-да-да. Едь. Бля, не видно. Возможно, не закрылась. Конечно, не закрылась. Нахрена ты вышел? А посмотреть? Да, закрылась. Так, клиент, говоришь. И касса, и там, блин. Я просто на разрыв. А можно давай я машину подниму тебе? Пока что. Два товара. Отлично. Вернись, я вам поставил пару штук, ну ладно. 4. Успеем, она так медленно двигается. Thank you. Подходим. Сигареты. Так. А что, я не заказывал? Ну да, я не заказывал ничего. Мороженка. Так, ну что ж. Надо убрать. Кстати, я уже третий уровень достиг, может быть, можно прокачаться. Так, чисто. В туалете что там? Наследили, о, и здесь чисто. Так, давай посмотрим, что у нас в этом. Могу ли я улучшить себе? А что у нас будет так? Новые инструменты.
Опять все красить по-новому. О, магазинчик намного больше стал. Так, это надо будет передвинуть. Развиваемся. Правда, вот денег у меня нифига больше не становится. Плохо долил. Самолет пролетел. А как бензоколонку новую поставить? Что-то надо там еще сделать. Новое письмо. Что надо? Так, заправить станцию. Понятно, значит, надо новое оборудование купить, так прочее. Угу, кабинки. Подожди, пока, может быть, я могу... Ага, во. За $250. Давай. О, вот это я понимаю. А кабинки сколько? 150. У меня деньги есть? Есть. Что это? А. И сколько стоит? 99. Давай, берем. Автобусная остановка. Может, клиенты будут приезжать так? А что же еще? Здесь можно купить, да? 30 у меня не хватит. Здрасте. У вас один товар. Отлично. Так, еще один клиент. И надо видео заканчивать. Так слишком затянул уже. Отлично. Ну что ж, на этом буду скачивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.